Акцию «Чемодан добра» запустил мультицентр «Моя территория» в Тобольске. Горожане могут принести необходимое для приюта право на жизнь до 21 апреля. Напомним, 26 марта на территории Центра передержки для животных «Право на жизнь» произошел пожар. Огонь повредил вагоны бытовки и надворные постройки. Погибло несколько щенков, находившихся в вагончике. Для приюта можно передать корма для кошек и собак, смеси и паштеты для котят, крупы, гречка, рис и макароны, наполнители для лотков, пеленки, перчатки, прочие хозяйственные средства, лекарства и многое другое. Вещи можно оставить у администратора мультицентра «Моя территория».